Всем добрый вечер. Сегодня я верну Рафу с ее очаровательной подружкой. Вы их знаете прекрасно, поэтому без лишних слов давайте сразу начнем. Привет, YouTube! Привет, YouTube! Hello! Ой, прости, да. Что говоришь? Знаешь, наша реакция — это как фильмы «Звездных войн». И правда, скажи, мы разговариваем на самых разных языках. Да, это очень странно. Да, это странно. Эйфелева башня? Я правильно произношу? Эйфелева башня, да? The Babel Tower. Значит, сегодня мы будем делать реакцию на... Привет. Что? Привет. Я не говорю на французском. Что-то говорить на итальянском. Но, знаешь, привет с русского — это означает привет. Пока. Это означает пока. А, не, подождите, не уходите. Мы еще не закончили. Сегодня мы будем делать реакцию на Димаша. О, yes. Реакцию на нашего любимого казахстанца. Песня называется «Грешная страсть». Я хранил эту песню как золото для тебя, чтобы мы вместе смогли сделать реакцию на эту песню. А что означает это движение, а? Я больше тебе ничего не скажу, не дам никаких деталей, и выражение твоего лица будет говорить само за себя. Как и мое тоже, потому что я люблю делать на него реакции. Ты явилась нежданно, как из лунного сна. О, если б знала ты, что мне нужна только ты одна. Ливни долгие лили, были ночи без сна. В стуже сердце озарило, как весна, только ты одна.
Полагаю, что тут он предлагает ей вернуться обратно, потому что далее они вернутся обратно. Вот тут нету субтитров, поэтому я не перевел, но тут она отвечает ему, что она в замешательстве. Я и вправду в замешательстве. Иногда я смотрю на него и... Ну, во-первых, он физически идеален. Имеется в виду его кожа, то, как он смотрит на людей, то, как он поет. Ты вообще уверен, что он человек? Да, я полностью уверен. И вообще, бывают люди, которые не любят говорить, что Димаш является инопланетянином. Кое-где я прочитал, что отец Димаша тренировал его с 5 лет. Ах, да, ребята, не поймите нас неправильно. Говоря, что он инопланетянин, мы не имеем в виду, что он не способен на такие вещи, на которые он способен. Просто то, что он делает, это так круто, это так завораживающе, и это так безумно, что аж нам кажется, что это физически, человечески невозможно. Я подписался на Димаша после того, как я услышал его исполнение SOS, и он был на одном реалити-шоу, где я послушал все его песни, и я был удивлен тем, что каждая песня была намного лучше предыдущей. Да блин, у этого парня вообще нет никаких ограничений. И я в особенности люблю именно эту песню, потому что в других песнях у меня есть такое ощущение, что они спеты для вокальной демонстрации его способностей. И этой демонстрации больше, чем самой песни. Но в этой песне можно почувствовать очень детализированную интерпретацию этой песни. Эта песня очень хорошо структурирована. С большим застоем в кульминационном моменте. С безумно высокими нотами. Я просто обожаю это. Каждый раз, когда я смотрю эту часть, я перематываю обратно, чтобы посмотреть еще раз. Знаешь, что мне понравилось именно в этом видео по сравнению с другими видео? Хотя и во всех видео он показывал большую уверенность. Но именно в этот раз ему было комфортно на сцене. И лица, и те выражения лиц, которые он делал, я была такая «Вау!». Знаешь, он недавно был в Нью-Йорке, несколько дней назад, и я хочу, чтобы ты мне пообещал одну вещь. В следующий раз, когда он приедет в Штаты, ты пойдешь со мной на концерт. Конечно! И неважно, где будет проходить его концерт. Я не пошел на его концерт в Нью-Йорке, потому что у меня не было времени, чтобы зарезервировать билет. То есть, если это будет где-то в другом штате, мы будем путешествовать по штатам, да? В Гавайях было бы круто, да? Да. Алоха, Ибай. Йохана. Охана means family. Перед тем, как выключить это видео, я прошу вас, чтобы вы подписались на мой канал, потому что это мне сильно-сильно поможет. Всем большое спасибо за просмотр, всем пока. Я не знаю, что такое алоха. То есть алоха — это привет по... На Гавайях алоха, да, говорят-то. Короче, алоха — это что-то гавайское, насколько я знаю или не знаю. Но в любом случае, у меня на этом все. Я от души посмеялся, мне понравилось. Завтра у нас будет новый реакционер, точнее реакционеры. Это будет сюрпризом, поэтому ждите. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока.